Сейчас я не знаю, почему я решил покурить. Надо было сначала покурить, потом в эфир выйти. Ну, как-то так, видите, ну. Мы же сначала делаем, потом думаем. Вышел, знаете, что рассказать? Давно блондин. Ну, уже недели, наверное, две. Жду, когда мои волосы отрастут. Хочу подстричься. И отрастить их. Душанбе, привет большой. Таджикистан, бапеш. Мы же на канале YouTube собрали снова 50 тысяч человек, с чем я нас всех и поздравляю. Мы сперва собрали 50 тысяч человек, нас снесли, и второй раз не опустили руки, пошел вперед и опять собрал сегодня вот 50 тысяч. Поэтому это замечательно. Собираем сами, без рекламы, без просьб, без чего. Чистая органика. Кабардин-Балкария. Балкария лучшая. Общайтесь с Сашей. Ну, по поводу дочери только, если. А так нет. Ну, как общаемся? Ну, конечно, ну, мы каждый день мы списываемся. Вот. Если ребенок у нее, я спрашиваю, как ребенок. Если ребенок у меня, она спрашивает у меня. Ну, в общем, как-то так все очень. Все очень обыкновенно. Видите, уже мои волосы отрастают. Слава Богу, Господи. Он уже, видите. Твои видео лучшие. Что за видео? Женя, огромный привет из Дагестана. Привет огромный, Сабиночка. Кстати, по поводу Дагестана. Смотрите, я выложил рилс, связанный с хазбиком с вашим. И на меня накинулись дагестанцы в директе. Люди стали делать репосты. Да, моя девочка. Да, Машу. А? В зале можно? Только тише сделай, пожалуйста. Либо наушники надень розовые свои, туда воткни в дырочку. Тогда потише. Потише. Давайте сделаю. Так. Сейчас, одну секунду. Оборот выключи. Выключить? Да. Хорошо. Желтизну можно убрать. Как убрать ее? Как попасть в Артек? Я не знаю как. А, ну в общем, по поводу, значит, Хазбулы продолжим. Выложил рилс, связанный с тем, что он в октябре месяце, на него правозащитники написали заявление по поводу разжигания конфликта. Прокуратура написали заявление. Я об этом сказал. Говорю, сейчас они заново подняли этот вопрос, потому что полиция бездействовала. Что за пост он выложил у себя в телеграм-канале, связанный с тем, что давайте, братьям, давайте все бежим в аэропорт. В аэропорт бежим все. Самолет. Израильтян искать. Ну, я об этом сказал о том, что, ну, в открытом доступе, это, ну, я не придумал ничего. Как накинулись. Давайте огласки дадим. Это что такое? Он разжигает. Чего я разжигаю? У меня тоже после окрашивания желание подстричься. Вчера купила шампунь для нейтрализации желтизны и просто офигела. Теперь я стричься не... А что это за шампунь, Ярослава? А что за шампунь для нейтрализации желтизны? Жень, доброй ночи, скажи, как похудеть. Без понятия. Не знаю. Не жрите, что я могу сказать. Как Фейна Раневская говорила. Закройте рот, она говорила. Тогда вы похудеете. А я наоборот. Я вот, допустим, с утра просыпаюсь, я не завтракаю. Но у меня где-то в час ночи у меня начинается жор. Вот я прям хочу либо бутерброд, либо что-то такое. Привет тебе с Тамбова. Привет огромный, Тамбова. Только что разговаривал со своим товарищем. Давно курите? Да, давно курите. Приветик на Фетик. Фиолетовый шампунь желтизну уберет все сразу. Такой шампунь не бывает, да, пап? Да, фиолетовый. Сейчас я скриншот сделаю. Подождите, что у меня желтизна уйдет сразу вся эта? Док. Он так и называется, шампунь для нейтрализации желтизны. Фиолетовый флакон обычный. Обожает он. Никогда не завтракаю, ем один раз вечером. Ну вот у меня тоже ела. Уберет, реально уберет, Марго? Господи, слава Богу. А мне говорили, синий. Да синий шампунь, фиолетовый. Да, Евгений, обожаю вас, но не могу видеть вашу бывшую жену. У нее лицо кирпить. Кирпить лицо? Так не смотри на нее, кирпить. Сразу желтизна уйдет от одного. Вы что, приказ? Серьезно? Жень, отлично выглядишь, тебе еще на тренажер. Я ж хожу, позвоночник растянуть и все, будешь красивым строить. Да, я ж хожу, я ж записался, купил абонемент себе.
Еще на тайский бокс записался там. А на одно занятие сходил, мне ноги, мы качали ноги. Я чуть не усрался, чуть ли не стоя в туалет ходил 2 дня. Это ужас был какой-то. Не уйдет, это оттеночный шампунь. Купи Estelle оттеночный. За раз не уберет, не менее 3. А я 3 раза себе сразу помою. Теперь больше места стало. Да, кисель. Я его передвинула. Да, да, да. А если я сразу 3 раза подряд помою? Да это ужас, надо убрать это. Я... У меня еще вот здесь что-то вскочило. Если видно, у меня как нос кривой как будто. Вот, вот видите, вот тут вскочило, вот красное. Вот там внутри что-то. Жень, спасибо за новости, так прикольно слушайте. Пожалуйста, пожалуйста, ради бога, слушайте. Для вас же делается все. Сейчас 2 раза в неделю, кстати, я делаю их на YouTube. У меня на YouTube сегодня 50 тысяч человек стукнуло. Где же я же матери? Что-то я же матерей нету, которые должны были писать. Надо, надо пенить и подержать 1 минуту, тогда уберет. Все, так и сделаем. Все, Estelle фиолетовый, да, оттеночный. Короче, наговорили, у меня завтра волосы выпадут от ваших этих. Теперь я жду твоего отзыва. Я прям успокоилась, и волосы до поясницы жалко. Стричь было, мне с 1 раза помог. А почему так поздно малышка не спит? О, ты не мои золотые, спасибо вам большое. Нос раздул, конечно, да, раздул. Вот это вот тут внутри, короче, что-то вскочило, прям как шарик сегодня. Да, Estelle, нейтрализатор же... Все, ребят, завтра куплю. Ты употреблял мефедрон когда-нибудь в своей жизни? Дамир, не могу тебе ответить точно на этот вопрос. Я тебе даже больше скажу. Я так далек от всего от этого, что я даже не разбираюсь. Может быть, кто-то когда-то куда-то подсыпал что-то мне как-то, ну вот. А так, чтобы целенаправленно идти что-то бахать, нет, такого не было. Да не шмыгай. А что я шмыгаю? Мне очень нравится, как ты разговариваешь. Ты ходл. Ходл? Жень, ты общаешься? Нет, не общаюсь. С Глебом не общаюсь. Сейчас не общаемся. Короче, ждем Женьку и шампу. Сына вообще. Я знала, как я буду звать. Как, моя девочка? Мистер Хай. Как? Мистер Хай? Монстр Хай? Монстр? Монстр. Нет, сначала. Монстр. Тр. Папа, дай. Поговори. Мо. Сто. Хай. Вот. Монстр Хай. Запомнил? Да, запомнил. Все, котенок, запомнил. Ребят, по поводу Габозова я вообще комментировать ничего не буду. Я не в курсе вообще всего происходящего. Я знаю, как вы, Женя Ермаков. Все супер, спасибо. Я знаю по поводу Александра Габозова ровно то же самое, что знаете вы. Ничего не буду комментировать, не имею никакого морального права. Как-то вообще все это. Если произошло то, что пишется, то это ужасно. Вот. Детишкам большой респект. Да всем нашим детям. Пусть живут в 1000 раз счастливее, чем мы. Что так поздно не спите? Пойдем, Наташа. Да мы что сегодня проснулись с ней в 1:30. Ну, представляете? Да я шторы зашторил. Я обычно их открываю. Потому что ты помолодел. Не знаю. Я обычно их открываю, чтобы дневной свет нас будил. А сейчас не открыл. Просыпаюсь, темнота. Думаю, да что ж такое. Смотрю на время 13:33. Что это такое? А потом мы не закрываем шторы, а нам светит глаза солнце. Да, пап? Ага. Ермаков, это Серега, что ли, пишет? Ну точно, блин. Пора петь нам уже разок. Ты знаешь, Серый, я, короче, сегодня смотрел... Старые выпуски «Дома-2», когда там еще, помнишь, Варька Третьякова, вот это все, Олежка Майами. И следующий был с тобой. Привет, Женя из Новороссийска. Привет, Женечка. Привет, Петров. Был из Новороссийска. Ой, господи, следующий был, когда ты пришел к Надьке Ермаковой, что ли, ты свадьбу с ней решил делать, и Глеб вернулся. Блин, или Ольге, подожди. Нет, ты пришел Ольге, подарил шубу. А потом ты с Ермаковой, на Ермакове жениться решил. Вот, я вспомнил. Сегодня смотрел, думаю, господи, как я скучаю по тем временам.
Ермаков Серегу вот так смеялся. У него зуба не было вот этого. И он так... Вот так всегда смеялся. Да ты в образе вечного, пора петь уже. Давай, привет из Дагестана. Привет огромный, привет, привет Дагестану. Кстати, из Дагестана огромное количество людей меня смотрит. Большое количество, очень большое количество людей поддерживает меня. Поддерживает мою политическую ориентацию, вообще позицию мою. Господи, как мне понравились крайние новости, которые я записал для вас по поводу открытия игр будущего. Братан, выходи чаще в эфир, ты атмосферный человек. Да, спасибо. Дом 2 стал полной фигней, раньше с вами лучше было смотреть. Ну, ребята, они же просто денег не заплатят столько, чтобы вернуть всех. Я бы, если бы мне сказали бы, Жек, Самсонов, там, Глеб, Задойнов, вот эти ребята все возвращаются, давайте соберем старый состав, давайте девчонок, там, Мастерко Лерку, там, Стрункину Оксанку подтянем, Варьку Третьякову, всех подтягиваем. Я думаю, что все пришли бы, просто бабки не хотят бабки платить, они предлагают, у них зарплата, они... Очень хорошо, умница, умница моя, молодец. Да. Но они просто предлагают 100 тысяч рублей в месяц зарплату. Они же писали тогда, приходи же на Дом 2. Я говорю, сколько зарплаты? Они говорят, 100 тысяч рублей. Я говорю, спасибо большое, ребят. Ну, вот. Если бы они предложили хорошую зарплату, да, там, не знаю, там, ну, хотя бы от 500 начали бы разговор, и возможность выхода за периметр, там, работы, сделать дела. Хотя, поверьте мне, весь старый состав бы собрался бы. Ну-ка, Серег, куда без тебя? Вот, весь бы старый состав собрался, с детьми приехали, с мужьями бы приехали, я вам клянусь, клянусь, все приехали. Я, вы знаете, вот у меня есть внутреннее ощущение того, что если собрать вот всех, да какой Тигран Салибеков, ребят, я говорю про золотой состав, причем здесь это вообще, если бы вот они собрали вот тех людей, которые действительно делали... Очень красиво. Любили, ненавидели, все по-настоящему. Поверьте мне, люди бы заново стали бы смотреть. Не в таком, может быть, количестве. Не вся страна, там, не 40 миллионов, грубо говоря, да, когда там все рассказывали, что на 40 миллионов смотрели. Вот. А, по поводу игры будущей. Когда нас Михайловский после «Принца» два дня искал, вспомнил? Да, это помню я. Короче, мы с Ермаковым пошли в «Принц». «Принц» — это, короче, караоке. И мы пошли, и потом мы пошли с ним в сауну. Не нас два дня искал, Михайловский, а тебя искал два дня. Я-то пошел, да, я же пошел, ты пошел с девочкой в сауну, в парилку. А мне звонит Михайловский, говорит, ты что? Говорит, у тебя, блин, беременная. Что такое? А, нет, Ритка уже, по-моему, родила. Но он меня нашел уже. А мы рядом на Крыжановского с Ермаком после «Принца» нашли сауну. Пошли туда. Но я ушел, пьяненький. Вот. А он что-то у него, по-моему, ты телефон, по-моему, потерял. Что-то, по-моему, телефон ты потерял. Тигран старый состав. Ну, ребят, я же поебал, Виктор, я же про другое совершенно говорю. Я совсем про другое говорю. Я просто с Тиграном никогда не общался. То есть, ну, я его вообще не помню. Я помню, когда он встречался с Колесниченко, потом он ушел, потом он обратно вернулся, и как-то вот... Я вообще его не помню. Не помню. Я четко помню. Вот. Я четко помню. Вот. Самсонова, как вчера, потому что, ну, Олега Майами, потому что мы вот дружили. Глеба, конечно, Серегу Ермакова помню. А вот так Тиграна, я помню, что он был, но он был как-то, он такой был спокойный, очень тихий, он не особо, он никогда не конфликтовал ни с кем. Он жил там в городских квартирах с Катей и жил, он на поляну, они никогда не любили приезжать. Он жил, Колесниченко, Катя Токарева жила с Юрой, с Венцем тогда она еще жила. И они как-то всегда городские на поляну не любили к нам приезжать, потому что, ну, их там... Они обычно оттуда что-то верещали постоянно, чирикали, вот. А когда день наставал, икс, когда им надо было приезжать на поляну, потому что в городских там что-то там нужно было делать, и они приезжали вот так, не снимая курток, сидели вот так, а весь день на кухне. Лишь бы их не дергали вот так вот, либо в комнату где-то и сидели вот так. Я что, не помню это все, я что это помню? Ну, никто никогда не трогал. Городские как-то к ним это... Папа, ты пропустил праздник. Какой праздник я пропустил? День папы. День папы я пропустил? Да. Это ты пропустил праздник, потому что я твой папа. Ты меня поздравил? Иди поздравляй. С прошедшим? Папа. С прошедшим надо поздравлять. Я поздравляю Николая. Николая поздравляла? Да. А твой папа, как твоего папу зовут? Женя. Ну, Николая ты поздравил. А меня почему не поздравила?
Надо было мамочке подойти, сказать: мамочка, позвони папе, я хочу поздравить с днём папы. В следующий раз так и сделай, хорошо? Ну или как хочешь сделай. Я не настаиваю. Как сердечко чувствует, так и делай, хорошо? Да, как в Инзере не хотели на поляну, вот ведь... Да, да, ничего страшного. Не надо к лицу подносить колесо. Котенок, ты катаешься, потом тут грязное колесо. Потом будут у тебя прыщики. Ну и хорошо. Никита Кузнецов, друг. Ну, я не могу сказать, что он друг, но он очень хороший пацан. Никита Кузнецов. Он был хорош, он был приятелем. Вот. А что Катя с Венцем? Они Катя с Венцем, они муж с женой были. Вы чего говорите такое? Сладко Дэн папа пропустил, говорит. Ага. День папа. Бонька. Ну, Боню я не застал на проекте, я с ней познакомился после уже. Но когда я пришел, она там, где-то мы на фотосессии, по-моему, познакомились. Вот с Водонаевой, Боня была, Солнце было, Ольга. Ах ты, жучка, Николая поздравила она. Отписка все от него. Самсонов хоть посты мне пишет по работе. Это ты прям я сказал? Чего? Самсонов я сказал. Николай. А тут просто привет ему передают. Кто там? Это мамин друг, его никто не посмеет трогать. Все, никто. Это мамин друг, его никто не посмеет трогать. Его никто не будет трогать. Никакие поцелуйчики не трогать. Не надо никаких поцелуйчиков посылать ему. Правильно сказал? Не говори ничего. Хорошо, все, не буду ничего говорить. Ты сейчас на меня наезжаешь, да, я так понимаю? Нет? Или мне показалось? Заступница моя. Салам алейкум, стажик. Валейкум ассалам, таджикстан. Нет, я разговариваю с людьми, там мне люди пишут. Мне, говорит, любопытная такая. Давай, подслушиваешь стоишь. Защитник, да. Да, она постоянно, она там может смотреть что-то. На уши как может сидеть, она все равно ухо одно вот здесь. Доча, как дела? Хорошо. Ну, слава богу. Спать не хочешь? А время сколько уже? Сейчас будем ложиться. Сейчас немножко посидим в эфире, пообщаемся. А кто такой Николай? Это друг Александры. Значит, он хороший. Да, конечно, хороший. Все нормально. Ничего, перестаньте. Какие вообще никому никаких вопросов нет. Все замечательно. Какие посты? Что за посты? Кстати, надо Самсонова написать. Я сегодня... Весь день смотрел эфиры старые. Такая, знаете, очень приятные воспоминания. Очень приятные воспоминания. Господи, каким... Я сегодня смотрел эфиры, как Самсонов признался, что он переспал с Ириной Александровной. Ребята, там две серии. Я предлагаю нам посмотреть все вместе эти две серии. Они по часу идут. Просто на 2 часа я предлагаю нам всем... Договориться о времени, собраться у меня на YouTube-канале или на Твиче, неважно. Ну, лучше на YouTube попробуем. Ну, посмотрим. Вот. Сесть и 2 часа посмотреть. Потому что я непосредственно участник данного шабаша. Я по-другому назвать это не могу. И в той ситуации Самсонов, конечно, проявил себя как юморист от Бога. Он так шутил. Я плакал. Ну, и у меня, конечно, был день такой феерии, как вспоминаюсь. Я сегодня смотрел, мне так еще неудобно было. Потому что я там, переходил, конечно, говоря, ладно, это в прошлом, уже помирились, уже все обсудили, проглотили, и все вышло естественным путем. Но я его посмотрел. Правда, так было с Ириной? Да нет, хватит того, что ли. А может, и было. Надо посмотреть. Давайте соберемся, посмотрим, я вам скажу в конце, было ли. Вот. Ребят, если я вам сейчас скажу, правда это или неправда, вы потеряете интерес смотреть 2 серии, потому что там целый сериал идет. Вот. Даже не подписан на друга. Чё за кузина? Серега, я рядышком с тобой, родной. Самсонов так-то дерзкий, не стоит прямо его так посетить. Есть ребята не слабее, но умнее гораздо. Жень, ты с Ритой и с Митей общаешься? С Митей общаюсь, с Маргаритой не общаюсь. У меня Мите уже 14 лет, ему 15 лет будет в этом году. Вот. 15 лет будет в этом году уже Мите. Время, да? Неумолимо просто летит. И не остановить его, особенно сейчас, конечно. После 35, конкретно у меня время полетело, шулось, понимаете, в горящий лес, с закрытыми глазами.
Прям как-то вот неделя-неделя. Вроде вот пятница была. Дочку я забрал из садика в пятницу, да. А, в четверг. В четверг. В пятницу не работал садик, 23 февраля был. А уже понедельник завтра. Ну, вот уже сегодня. Ух, какие руки да, вырастают. У меня руки вырастают. А после ты едешь? Нет, мы завтра едем в садик. Не, ну ладно, секретик наш. Завтра в детский мир едем. Марина Тристанова и ее дочка тоже сильные участницы были. Да ну, ребят, это я вот их, кстати, не застал. Я Марину Тристанову не застал. У меня уже не было, я ушел уже. Это же с нас началось. Это мы, первый, у кого пришла теща жить. А чего ты думал, что они про Пашу вот эти? Почему? Потому что была открыта пачка, я боюсь, что они кто-то их пальцами трогал, и они грязные. Не нужно. Они что, тебе глаза мозолят? Давай их выброшу. Мало ли кто ручками трогал, котенок. Папочка. Да, мать. Может, какой-то воришка. Может быть, какой-то воришка, вот именно. А ты хочешь в рот это? Кого ты такая? Воришка. Все в рот тянешь. Папа. М? Папа. Да. Видишь, воришка открыл. Воришка, воришка. Пока не успел. Угу. Так и было. Жень, тебе бы ведущим пойти на Дом-2. Что можно сказать? Я не говорю, не комментирую, ребят. Я не в курсе. У него есть супруга. Вы можете, у нее есть социальные сети, вы можете обратиться к ней и поинтересоваться, что там с Александром. Мы с Александром общались тем летом. Он приглашал меня в Геленджик. Он даже снял мне номер гостиницы на «Когда узнают пол». Вот он приглашал на это празднование. Геленджик. А, что это, клево, что? Да, гендерная вечеринка или как гендер-пати, как оно. Вот, и все. И потом я не приехал, конечно же, потому что сегодня логистика очень усложнена в плане, в плане того, что как добираться вообще до Новороссийска. Если раньше я прилетал в Геленджик за 1:40 и 40 минут я дома, то сегодня самолеты приземляются в Сочи, летят 4 часа, и потом еще из Сочи до Туапсе ехать 3,5 часа на электричке, и потом еще 5 часов от Туапсе до Новороссийска. Очень сложно, очень. Больше полудня ты тратишь на дорогу. Ты кто, котенок у меня? Лети лепесток папе. Нет, я не общаюсь с Кишкой. Всем спасибо за теплые воспоминания, за вашу молодость. Пойду спать. Всем спасибо. Доброй ночи, Лесечка. Скажи прикол. Давай. Лети, листочек, какашка. Вот прикол, конечно, у тебя. Ты какуня. И подписям. Хватит. Какие какакули писи? Давай, хватит, заканчивай. Не рви, что ты делаешь? Ты что, Вася? Ты играй, но не заигрывайся. Ты же понимаешь, что это все как бы, ну... Котенок, я попросил тебя, не тереби это. Женя, где Клава? Отдал ее. Во сколько вставать вам? Во сколько встанем, во сколько встанем. Да я бужу ее, если в садик, я просто бужу ее, все. Я будильник ставлю, мы просыпаемся ее. Если бы не я, мы были под фурой у поляны. Давай, не гони, я тогда вырулил. Нормально все. Давай, не гони, придумываешь. Уже 360 человек смотрит, сколько смотрела давай, до VPN войны, Жень. Давай, гони, войны? Папе. Не знаю, что за война, где война? Ты имел в виду специальную военную операцию? Да по-разному смотрели, ребят, по-разному. По-разному. До СВО досмотрели, не знаю, там 200 человек могли смотреть меня. Я же Инстаграм выкупил уже обратно эту страницу, я же ее продавал. Обратно выкупил. А эту страницу, ну, она ушла прям в колодец, считай, что бросили. Там рекламировали деревянные писюны, интим-салоны, массажки рекламировали, средства гигиены женские. Что только там, и гадалок рекламировали, лохотрон рекламировали. И, конечно же, лояльность аудитории была утеряна. Вот. И поэтому мне пришлось заново восстанавливать... Все, что было утеряно. Сегодня уже, конечно, мы вышли. Я не знаю, как, что было бы, если бы не было VPN-а.
Но у меня на сегодняшний день 120-150 тысяч просмотров сторис. Вот у меня сторис просматривают 150-120 тысяч ежедневно. Думаю, если бы не VPN, я думаю, что до полумиллиона смотрело бы. Ну, нормально, и так хорошая статистика, кстати, учитывая ситуацию сложившуюся. Вот. Дочка Пиаса один в один. Один в один. В одной руке Сига, другой телефон, третий Red Bull. Это фура, я до сих пор в глазах. Короче, мы с Ермаковым, а я гонял очень сильно. Со мной никто не ездил за рулем. Я когда мы жили на поляне, я говорю, давайте поехали, ребят, в городские квартиры. Не-не-не-не-не. Ирина Санна один раз со мной проехалась. Она вот так, вот тут ручка, вот тут. Она ее оторвала, короче. Теперь у меня была десятка 16-клапановая, десятка Лада. И вот я на ней умудрился разогнаться 180 или 190. А она вот так вся трясется. Руль вот так, Ирина Санна вот так с сумкой, вот так держит, оторвала ручку. А потом я купил себе Peugeot 307. Мы поехали с Владиком Кадони. Влад Кадони обосрался. Он вышел вообще на полпути вышел, сказал, я больше с тобой ездить не буду. А потом Серега Ермаков, и мы с ним фиганчим. Короче, вот такая ситуация. Едем по Новой Риге. Вот так фура едет перед нами, чтобы вы понимали. Вот тут у меня Red Bull, тут сигарета, тут вот так по телефону, там Пынзов что-то звонит. Я вот так что-то вот так рукой рулю, и вот так фура. А мы летим, ну, кентров 150 там. Ну, летим на Peugeot 307. Раскат. И я вот так думаю, сейчас объеду справа фуру. Справа. Фура едет по правой стороне. А здесь, знаете, как для автобусов, короче. Ну, как для автобуса выделенка. Я вот так выворачиваю, и там фура стоит. А мы летим. Бля, ну страшно было. Ермаков тогда, он лысый был. Если бы он был бы с волосами, он бы посидел бы. Ну, аккуратно, моя девочка. Сейчас уже так не езжу. Так не. Футболка, да. Футболка, да. Велосипед. Чук-чук-чук, колеса. Сейчас уже так не езжу, конечно. Это нет, не общаемся. А? Это не велосипед, а это монстр. Монстр? Футболка монстр. Я орал, смотри. Угу. Ты меня читаешь? Ребят, я вот как... С марта уже не зайти в инсту россиянам. Что слышно? Не говорю. Левин, ты знаешь, каждый не месяц говорят, что... Отключат VPN, уберут Instagram, заблокируют YouTube. Я это слышу уже на протяжении 3 лет. Каждый месяц ты... Ездишь ты так-то так. А кто еще с вами сегодня приехал? Чух-чух колеса, бьются о рельсы. С тобой здоровается, доченька. Тебе говорят привет все. Ничего не хочешь сказать людям. Глубинным людям из народа. Как Ксения Анатольевна Собчак сказала, глубинный народ. Короче, завтра возьму шампунь, обещаю. Я сижу, я мучаюсь. Здравствуй, Егорова, здравствуй. А я мучаюсь, думаю, когда уже отрастут волосы, чтобы я пошел подстригся. А на лысо страшно. Давай начнем уже как ранее с принца. А он есть, что ли? Цвет волос сами решили поменять. Не, было все по-другому. Я пошел краситься в пепельный цвет. И меня красили-красили, я запарился сидеть. Я говорю, все, не могу. Мне так нравится, давайте все. Дела мои хорошо. Жень, ведущим тебя в натуре. Ты хорошо вопросы по вызову детей, мои мысли хорошо выражаешь. Серьезно? Серьезно? А быть такого не может. Кися, что-то мне не нравится, что у тебя энергии чересчур. А время-то ко сну. Нет? Не про тебя эта история, да? А про кого? Что-то с желудком, блин, беда какая-то. Вы знаете, кстати, вот я пью омепразол. Ну, омепразол. А он, оказывается, развивает болезнь Альцгеймера. Люблю тебя, вот смотрю на тебя, что нельзя. Ну и все. Ну и все. Не чирикай ты. Ну, не чирикай. Что-то бубнит там сидит. Бубнит что-то. Красавица ваша. Доченька, ты с кем разговариваешь сейчас? Со мной? Сама собой разговариваешь? Ну, завтра пойдем к врачу обратимся. А что-то ты сама собой разговариваешь? Это опасно. Это можно. А, это можно?
Хорошо. У Брюса Уиллиса какая болезнь? Я забыл, простите меня, пожалуйста. У Брюса Уиллиса деменция. Короче, омепразол развивает деменцию, поняли? Такие дела. Ой. Я прочитал статью, что омепразол развивает деменцию у молодых людей, которые вот они в молодости пили. А я на омепразоле сидел год. Тормози давай, актриса. Ой. Собаку я отдал, ребят. Необутин, а это не одно и то же необутин. Доченька, люди спят через стенку, моя золотая. Я прекрасно все понимаю. Мы с тобой отправимся в театральный кружок. Ребят, все. Всех обнимаю, спасибо огромное, что были со мной. Простите, что так поздно, и простите, что так редко выхожу. Но в любом случае, у меня есть еще и канал на YouTube. Он называется Евгений Кузин. Подписывайтесь, я каждый день там провожу стримы. Каждый день мы там общаемся часа по 4, смотрим разные видео. Очень приятные. Поняли? Все, всех обнял, доброй ночи. Пока, спасибо.